прошлый год в 2019 году два раза было. В начале года и в конце года был порыв. Вот так вот у нас было все залито водой. Зимой тоже. Зимой было точно так же. Вот сегодня третий раз. Приедут. Хомутики какие-то там поставят, я это не понимаю, и уехали. Закопали, была яма, вот только разровняли, вот у нас сегодня опять такое случилось. А вы представителям коммунальной службы говорили, что вам вообще-то ущерб нанесут? А они разве не знают это все, кому надо? Они сегодня нас облаяли, сказал один тут толстый из рабочих, вот из-за этих, что складывайтесь трубы, прокладывайте. Как мы будем прокладываться, если все это относится от МПП ЖКХ? Все знают, и начальник МПП ЖКХ знает, я не знаю фамилии, не могу вам сказать. И диспетчерская, все МПП ЖКХ, они же делают МПП ЖКХ, нам это делают.